Настоящий праздник света и добра устроили учащиеся школы Алашера во дворе образовательного учреждения. Здесь с детства учат творить добро. И поэтому традиционно несколько раз в год в Алашера проходят благотворительные акции. Сегодня это ярмарка добра. Собранные в рамках мероприятия средства передадут многодетной семье Амичева, пострадавшей от пожара в ноябре этого года. Было 5 детей, мы хотим им помочь. Чем вы сегодня торгуете, что продаете? Расскажи. У нас пицца, картошка фри, вот и еще хлеб с нутеллой, вот еще и съешь кексики. Видишь, и отдых. Сами дети говорят, что это еще и вкусная ярмарка дружбы и добра. Ведь учащиеся своими руками приготовили национальные блюда разных народов. Здесь можно было отведать абхазскую, русскую, узбекскую, таджикскую, армянскую, итальянскую и даже японскую еду. Роллы, суши сделали в фунчозу, приготовили корейские салаты, разные. Но так как уже прошло некоторое время, все раскупили. Практически ничего не осталось. Маленькая Лера говорит, что еще не умеет готовить, но очень любит помогать в добрых делах. А еще Лера рассказала, что любит пить чай со сладостями. И ей эта вкусная ярмарка по душе. Мы чай пили. Чай пили? А ты что-нибудь готовила? Это я маме помогала наверху с детьми. Ты помогать любишь, да? Да. Пообщаться с малышами и купить у них вкусные блюда пришел глава государства Аслан Бжания. А еще школьники позаботились о национальных костюмах и танцах. Дети успевали не только продавать, но петь и танцевать. Президент Аслан Бжания купил и попробовал разные блюда и сладости у каждого класса, представившего свою продукцию на ярмарке добра. Давайте, угощайте. Это вы приготовили, да? Вот это вот. Я приду еще заберу потом. В завершении ярмарки у школьников состоялась небольшая фотосессия. Глава государства поблагодарил руководство школы за организацию благотворительной акции и отметил, что важно поддерживать подобные мероприятия, ведь они воспитывают добро в человеке, учат любить и дружить. В школе Алашера обучаются дети разных национальностей. Идею провести ярмарку добра они восприняли с радостью и теплом, говорит директор образовательного учреждения и организатор ярмарки Мария Пиля. Школа вообще русская, но очень много детей есть из Средней Азии, разных национальностей дети, абхазов много. И мы каждому классу раздали страну. Россия, Абхазия, Армения, Турция, Япония, Таджикистан, Узбекистан. И вот каждый класс готовил кухню этой страны. Как дети к этому отнеслись? Вот что такая акция? Они счастливы. Я лично ходила по классам и рассказывала, на что пойдут собранные средства, что мы хотим помочь, что праздник не только ради праздника, но можем мы поучаствовать в чужой беде. Ярмарка добра в школе Алашера прошла с успехом. В результате акции школьники собрали 126 тысяч рублей. Эти деньги в ближайшее время будут переданы многодетной семье Амичева. Гугуцова Ардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.